В прямом эфире телеканала «Краснодар Новости» в студии Аника Мелик. Здравствуйте, и вот о чем расскажу сегодня. Проезд открыт. Яблоновский мост частично ввели в эксплуатацию раньше срока. Расскажем, когда завершатся работы. Праздник тех, кто спасает жизни. День медицинского работника отметили в крае. Вы выбрали, они сделают. Две зеленые зоны появятся в Краснодаре. Лошадей посмотреть и шляпку показать. Пришли участвовать в конкурсе, да, Юль? Да. И побеждать. На Краснодарском ипподроме проходит сезон скачек. Непогода снова накрыла краевую столицу. В Краснодаре после обеда начался сильный дождь, который сопровождался громом. Как отметили сотрудники службы ЕДДС, спецтехника готова к устранению последствий ливней. На местах подтопления уже дежурят спасательные службы. По данным синоптиков, дождь и гроза в краевой столице продлятся недолго. В городе Краснодар ожидаются кратковременные ливневые дожди, но умеренной интенсивности. Сохранятся они и в ночные часы, но уже слабой интенсивности. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью порядка 20 градусов, в дневные часы завтра воздух прогреется до 27-29 градусов. Синоптики прогнозируют, что с завтрашнего дня в краевой столице будет солнечно. Температура воздуха прогреется до 30 градусов тепла. Наследие на 150 лет вперед. Строительство нового Яблоновского моста завершено. Автомобили запустили по первым двум полосам. Когда он начнет работу в полном объеме, это позволит разгрузить городские артерии и Тургеневский мост. Дарья Безинская присутствовала на открытии, пообщалась со строителями, проехала по новому дорожному полотну и готова поделиться деталями. Право открыть первые две полосы на новом Яблоновском мосту отдали его строителям. С кубанской стороны проехал кран, а с адыгейской – манипулятор. За рулем сидели работники 6-го полевого участка. Остальные прошли по пешеходной части. Приветствия и сигналы от водителей стали своеобразной заменой аплодисментов. Мастер Александр Михалевский и бригадир Андрей Кравченко объектом занимались с самого начала и горды результатом своей работы. Работаю с самого начала, да, видел все, как происходили забивка свай под опоры, сборка металлического пролетного строения полностью мостового полотна, сборка арки, установка, монтаж демпферов, практически все, точки опирания, роч, все устанавливали, все видел. Работа была очень сложная, кропотливая, все соблюдалось по техническому проекту. Этот мост простоит не менее 100 лет, а опоры в нем находящие простоят 150 лет. Поэтому это еще наши внуки, правнуки и прапраправнуки будут этим пользоваться и вспоминать это. И каждый, кто будет проезжать, будет говорить своим сыновьям и внукам, что это строил их не дедушка, а отец, прадедушка или прапрадедушка. Для строительства этого сооружения использовали передовые технологии и отечественные материалы. Вантовые опоры, например, привезли из Волгограда. В его строительстве учли все нюансы, даже возможное землетрясение. Проезжая часть четырехполосная. Пешеходные и велодорожки занимают по 3 метра с обеих сторон моста. Уникально новое сооружение тем, что здесь асфальт положили на металлические конструкции с помощью особой технологии. Предусмотрена ортотропная плита, это технический термин. Это металлическая плита с ребрами, на которой уже без бетона укладывается асфальт. Ну, асфальт укладывается у нас, конечно, не на голый металл. Здесь специально защитно-сцепляющий слой был нанесен на металл пролетного строения, обеспечивающий сцепление и защиту металла от влаги, а сцепление с асфальтом, которое и позволяет уложить его, чем облегчить конструкцию. Такой металлический мост способен расширяться на 24 сантиметра. Это позволит ему выдержать перепады температур, характерные для нашего региона. В креплении путепровода нет ни единого винта, только швы. Длина чуда инженерной мысли составляет 470 метров. Мы преодолели их вместе с первыми автомобилистами. Прекрасно, красивый, современный, широкий
класс, очень понравилось. Качество мы узнаем, когда пройдет время. Вы знаете, что качество только со временем можно будет понять. Пешеходка прикольная, широкая на самом деле. Ну и в целом вроде как достаточно нормально сделано. Открыли только половину моста для того, чтобы завершить работы на двух других полосах. Нужно закончить и заасфальтировать подходы. А это возможно только после перекрытия старого Яблуновского моста. Поэтому промежуточный запуск нового сооружения позволит избежать транспортных проблем. Конечно, сейчас волнует вопрос, когда же работы закончатся полностью. Мы пообщались с главными героями, со строителями моста, и они сказали, что в полную силу он заработает уже в следующем году. Дарья Безинская, Алексей Товстенко, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». К другим темам. Праздник тех, кто спасает жизни, спешит на помощь, творит чудеса в операционных. Глава региона поздравил с профессиональным праздником медиков в Кубани. Сейчас в этой сфере трудятся 70 тысяч человек. Это врачи, медсестры, фельдшеры и санитары. Только в прошлом году они провели 600 тысяч операций. 1,5 миллиона раз выезжали на скорой. 54 миллиона раз принимали пациентов в поликлиниках. За каждой цифрой жизни и здоровье людей, говорит губернатор. Вениамин Кондратьев поблагодарил медицинских работников за труд, милосердие и душевное тепло, которое они дарят своим пациентам. Власти со своей стороны сделают все необходимое, чтобы оснастить их рабочие места. У нас 70 тысяч людей в белых халатах. Это и врачи, и санитары, и медсестры, и фельдшеры, и хирурги. Конечно, нам важно ваше материальное благополучие, ваш жизненный комфорт. Очень важно. Качество лечебных и поликлинических учреждений. Там же тоже должна быть аппаратура современная, оснащенная. Все должно быть по высшему разряду. Сегодня все это важно. И давайте сделаем все, чтобы в этом году 19 поликлиник построили. Нужно строить, мы не можем не строить. Мы говорим и о здоровье жителей края, мы говорим о качестве, в которых оказывается медицинская помощь, либо поликлиническая. Вот что важно. И это сегодня выходит на первый план. Я всех вас хочу поздравить с праздником. Как бы это банально ни звучало, всем вам пожелать здоровья. Вы будьте здоровы, значит, и мы будем здоровы. Значит, на самом деле вместе будем и ремонтировать наши и больницы, и поликлиники, и новые строить. Все вместе. Мы отвечаем за жизни и здоровье жителей нашего края. За самое бесценное, что есть в нашем крае, за людей. Мы с вами отвечаем вместе. С праздником, дорогие коллеги! На праздновании Дня медицинского работника награда получили 19 специалистов Кубани орден Пирогова, получили 3 человека, 12 звания заслуженного работника здравоохранения страны и Кубани. Также несколько человек наградили медалью за выдающийся вклад в развитие края. Продолжаем выпуск. Уже в этом году в Краснодаре появятся 2 новые зеленые зоны. Бульвар Николаевский и сквер Изумрудный благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». Готовность зеленых зон проверили заместители главы Краснодара Максим Онищенко и представители городских департаментов. Тему продолжит Мария Гетманюк. На Николаевском бульваре специалисты обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают бордюры, теневые навесы, прокладывают кабельные линии для освещения, а также устанавливают систему автополива. Проверить, как идут работы, заместитель главы приехал рано утром, в выходной день. Максим Онищенко пообщался с подрядчиками и оценил степень готовности. Мы идем в графике. Сегодня активно осуществляется мощение, сделана разводка электрических кабелей. Выполняются и продолжаются работы по системе автоматического полива, ну и идет укладка плитки. Работы по благоустройству бульвара начались в марте этого года. Дизайн проекта был утвержден с учетом пожеланий жителей во время общественных слушаний. На бульваре высадят более 400 новых деревьев, около 20 тысяч кустарников и свыше 50 тысяч многолетников. Для жителей обустроят зону отдыха, игровые и спортивные площадки. Бульвар будет разделен на условные зоны по возрасту, территории для старшего поколения, малышей и молодежи. Благоустраивают и зеленую зону в молодежном микрорайоне. Изумрудный сквер готов более чем на 30%. Сейчас там формируют тротуарные и велосипедные дорожки, они будут проходить по всему периметру зеленой зоны. Территория нового сквера свыше 44 тысяч квадратных метров. Работы идут в графике соответствующему тем периодам работ, которые сейчас проводятся. Отставаний пока нет, погода позволяет. На объекте каждый день трудится около 50 человек, порядка 10-15 единиц техники.
Центральная аллея будет разделена кустарниками, а все зоны соединены между собой пешеходными дорожками. На территории разместят спортивную детскую площадку, а также зону для дрессировки и выгула собак. В центре сквера также планируют создать площадь, где можно будет проводить различные мероприятия для жителей. Напомню, работы по благоустройству идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мария Гетманюк, Роман Недельский, телекомпания «Краснодар». Приводят в порядок и территорию Всесвятского кладбища. Работу проверил замглавы Краснодара Максим Онищенко. Он отметил, что Всесвятское кладбище – объект культурного наследия регионального значения. И наведение порядка на этой территории должно быть постоянным и системным. Сейчас продолжается расчистка территории от мусора и веток. На ежедневной основе у нас подрядная организация работает, работают бригады, как непосредственно которые с земли осуществляют валку и вырезку деревьев, так и отдельные бригады альпинистов, которые в рамках стесненных условий, которые здесь существуют, выполняют непосредственно обрезку аварийных деревьев. Часть территории уже расчистили. На кладбище установили дополнительные фонари уличного освещения. До конца года специалисты планируют выполнить работы по проектированию, благоустройству и реставрации Всесвятского кладбища. Первая божественная литургия прошла в новом парке в станице Старокорсунской. Парк носит имя покойного владыки Исидора. В центре зеленой территории установили походную церковь. Богослужение состоялось по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. А возглавил его настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов. Это историческое событие, которое останется в сердцах наших на всю нашу оставшуюся жизнь. Хотелось бы, дорогие, пригласить вас, чтобы вы приходили сюда и приезжали с семьями, с родными, близкими, внуками и рассказывали, что это место не просто парк, а это теперь святое место. Помолиться приехали прихожане краснодарских храмов. После окончания службы на месте походной церкви был установлен крест в память о кубанском владыке Исидоре и первой литургии, которая прошла в новом святом месте Екатеринодарской епархии. 630 тысяч рублей составил призовой фонд скачек в прошедшие выходные на Краснодарском ипподроме. Его посвятили Дню казака и лошади. Участие в формировании денежных призов приняло кубанское казачье войско. О состязаниях, конкурсе шляпок, эмоциях зрителей и победителей расскажет Аделина Сиренович. Кубань – казачий край, а конь для казака – и жизнь, и воля, оберег, приносящий счастье, богатство и удачу. 155 лет назад граф Сумароков Эльстон, атаман кубанского казачьего войска, учредил ежегодные скачки. Очередной скаковой день 45-го сезона посвятили союзу казака и лошади. Сама идея была, чтобы со всех муниципальных образований казачьи все организации приехали сюда, приехали в форме, приехали со своими семьями, приехали со своими детьми, чтобы они увидели, да, вот какая была тогда лошадь, да, там 155 лет назад, а это была порода черноморская, эта порода была кабардинская, английской чистокровной лошади, верховой породы тогда просто-напросто не было еще у нас в Краснодарском крае. На Кубани функционируют 12 конноспортивных клубов, в которых занимаются джигитовкой, конкуром, а также верховой ездой более 400 ребят. Краснодарский край – единственный регион, где есть мера государственной поддержки для поощрения племенных лошадей. Нужно показывать и жителям края, и особенно детям, что это наша история, наша традиция, потому что, ну, представить казака без лошади как бы невозможно в принципе. Это одно единое целое. Поэтому стараемся заниматься с детками, также и со взрослыми людьми тоже, для того, чтобы люди понимали, как это важно, сохранение традиций. На старт вышла 51 лошадь английской и арабской пород, 16 жокеев. Главное не только прийти первым, но и соблюдать правила заезда. На двухлетних лошадях наезднику запрещено отрывать руку от повода, а также смещаться вправо и влево. Двигался прямолинейно со старта 150-200 метров, не смещался. И по финишной прямой тоже лошади бывают, заваливаются от хлыста. Или когда подустают, уже тоже бывает заваливаются. Но там смотришь, то ли жокея вина, то ли это уже лошадь подустала и валится. Кобыл Аннабелла Барс 2021 года рождения приехала на стадион из Павловского района. К скачкам лошадь готовили всю зиму. Первый раз на старте и к финишу приходит первый. С нынешних скачек увозит с собой именной приз Павловского ипподрома. Победа хорошая. Мы ждали. Молодая лошадка, которая старалась, выиграла.
Для нее это первая победа в жизни. Будем надеяться, что она будет выигрывать и дальше. В программе 9 скачек. Общий призовой фонд 630 тысяч рублей. Но многие приходят не только насладиться видом аристократического животного, но и получить дозу азарта, делая ставки. Ну и какие скачки без традиционного конкурса шляпок? Одни приобретают вуалетку на месте, другие тщательно подходят к выбору образа. Мы хотим участвовать в конкурсе. Каждой скачке приезжаем. А решили в этот раз попробовать. Своими руками сделали. Потому что конкурс шляп. Да, мы пришли участвовать в конкурсе, да, Юль? Да. И побеждать. Да. Если мы не будем соблюдать традиции, то будет теряться память вековая, да? Нужно отдавать дань традициям. Следующий скаковой день, 24 июня, разыграют 11 призов. Аделина Сиринович, Александр Шереметьев, Юлия Дайнега, телекомпания «Краснодар». В кубанской столице завершился конкурс на лучшего преподавателя искусства. В этом году в состязании участвовали 39 педагогов. Какие задания выполняли конкурсанты и как проходила их подготовка, расскажет Анастасия Глазкова. В актовом зале детской школы искусств номер 14 собрались самые настоящие мастера своего дела. Это музыканты, художники, хореографы. Повод – особенный финал конкурса на лучшего преподавателя искусств города. И его начало было соответствующим. В этом году в конкурсе приняли участие 39 педагогов. Они соревновались в нескольких номинациях: педагог-исследователь, традиции инноваторства, педагогический дебют, воспитание искусства. А также в год педагога и наставника появилась одноименная номинация. Профессиональное состязание проводили в 3 этапа. В заключительном за звание лучших боролось 8 финалистов. Они еще раз показали плоды своего творчества и домашнее задание, посвященное своим подопечным. Педагоги должны были раскрыть тему «Будущее наше прекрасное, потому что прекрасны наши дети». К домашнему заданию я, конечно, старалась подготовиться максимально качественно. Тему переосмысляла сама и писала всю идею тоже сама. Мне было важно именно раскрыть потенциал моих детей и обозначить тему им так, чтобы им было интересно выполнить задание вместе со мной, чтобы мы вместе коллективно это сделали. Жюри трудно было сделать выбор. Победительницей стала Юлия Диденко, преподаватель детской школы искусств номер 13. В этой сфере Юлия работает больше 18 лет. В своей деятельности она уделяет особое внимание патриотическому воспитанию своих учеников. Дети с удовольствием поют песни, которые Юлия Диденко пишет сама. Патриотическое направление развиваю, естественно, с помощью методик работы, с помощью выбора репертуара. Мы вместе с детками просматриваем с помощью компьютера. Сейчас уже много есть сайтов интересных, ищем информацию. Вместе работаем над репертуаром. Несмотря на то, что педагоги соперничали, конкурсная площадка объединяла. Они смогли обменяться опытом и усовершенствовать свое профессиональное мастерство. А значит, главная миссия конкурса выполнена. Анастасия Глазкова, Анастасия Иванилова, телекомпания «Краснодар». Идем далее. 330 юных танцоров приняли участие в фестивале хореографического конкурса «Танцы КРД». В городском саду развернули 4 площадки, 4 мастер-класса: историко-бытовой танец, современный, уличный и народный. 4, еще один. Детки, которые, например, 8-10 лет занимаются одним танцевальным направлением, могут за 2 часа попробовать 4 совершенно разных и, возможно, открыть для себя какие-то новые горизонты в направлении танца. В 4-й раз фестиваль собирает участников разных возрастов и хореографических коллективов различных направленностей. Подарком для старшей группы стало общение с хореографом, участницей телевизионных проектов Алисой Доценко. Завершающей точкой фестиваля стал отчетный концерт на главной сцене городского сада. Сезон летних кинопоказов проходит в краснодарских дворах. На Платановом бульваре посмотреть российскую комедию «Семья года» под открытым небом собрались жители юбилейного микрорайона разных возрастов. Одни пришли с семьей, другие – дружеской компанией. Вечер в кругу соседей здесь начался концертом авторских песен Улы Диринг. Может, наше сердце, может, наше, мы звучим.
кино нашего двора. Это проект, который существует в краевой столице с 2010 года. К просмотру представляют только отечественные картины. В этом году проект запланирован на 20 площадках Краснодара. Присоединиться к выбору фильма для просмотра может любой желающий в официальной группе ВКонтакте. И напоследок о спорте. Около сотни юных футболистов собрались на стадионе «Кубань», чтобы показать свои силы в игре со сверстниками и отметить Всемирный день детского футбола. Моя коллега Лилия Пасмурова присоединилась к участникам и наблюдала за ходом игры. Ко Всемирному дню детского футбола на тренировочном поле стадиона «Кубань» провели соревнования. В дружеских играх приняли участие 10 команд от 10-11 и 12-13 лет. Глеб занимается футболом уже 5 лет и не может представить себя без мяча. Участвует в первой категории возрастных команд от 10 до 11 лет в клубе «Азовец». В футболистах ценит ум и быструю реакцию в игре. Как и у любого начинающего футболиста, у Глеба тоже есть свои кумиры. Примером для мальчика является Лионель Месси. Потому что он бегает быстро, 10-й номер, бьет сильно, обыгрывает. Мне нравится отдавать пасы и бежать, бить, забивать. Председатель молодежного парламента Краснодара Святослав Медведев в свое время тоже играл в футбол. Сначала был любителем, потом записался в футбольный клуб. Занятия спортом позволили ему обрести лидерские качества, концентрацию на главном и способности успешно работать в команде. Дети – это наше будущее. Дети должны с самого раннего возраста приобщаться к спорту, к разному спорту. Детский футбол – это очень важно. Наши дети должны быть все спортивные, должны заниматься спортом, играть в футбол. Соревнования были организованы при поддержке депутатов Заксобрания края Олега Бойченко, Станислава Гринева, Николая Лобачева, а также проекта «Любительский футбол в Краснодаре». Денис Казанцев курирует программу популяризации спорта среди молодежи. Для нас это первый опыт проведения детских соревнований. У нас межрегиональные соревнования. Из ближайшего региона к нам команды приехали. На данных полях играют первая группа, разделены на две группы. По 5 команд. В однодневных соревнованиях участвуют 100 юных спортсменов со всей Кубани. Лучших определят судьи. Награды получат как команды, так и отдельные футболисты. Победителей ждут призовые кубки, а отличившихся спортсменов – памятные грамоты. Лилия Пасмурова, Андрей Токмаков, телекомпания «Краснодар». Еще одна медаль в копилке кубанских спортсменов. Сегодня ночью бронзу первенства Европы по борьбе привезла Диана Рыбченко. Соревнования прошли в столице Албании. О том, как встретили Диану на родине и как удалось завоевать высокую награду, узнала Виктория Зеленская. Каравай, букеты цветов, шары и искренняя радость за нашу кубанскую спортсменку. Так сегодня ночью прямо с поезда встретили призера первенства Европы по борьбе среди девушек до 18 лет Диану Рыбченко. Это ее первые крупные соревнования. Как говорит Диана, справиться с эмоциями было сложно. Но несмотря на волнение, спортсменке удалось привезти на родину бронзовую медаль. Когда только туда поехала, было страшно. Когда заняла третье место, поняла то, что можно было, если честно, и получше, конечно. То, что волнение было лишнее. Первый раз выступаю на таком уровне соревнования. Было очень интересно и страшно побороться с девочками с разных стран, с такой большой конкуренцией. Девушке 16 лет, 4 года из которых она посвятила вольной борьбе. На соревнованиях спортсменка из Туапсе стала единственной представительницей Кубани. Она вошла в сборную России. Кроме упорного труда, высокий результат – это заслуга и тренеров спортсменки. Мы считали, что она должна пройти до финала. Она была готова. Перед этим она прошла 2 сбора сборной России. Ну, как оказалось, первое волнение, ну, было очень сильное у нее волнение. И, наверное, это и помешало ей выступить, занять первое место. Дальше она, конечно, собралась и во второй день уже раскрылась. На родине Дианы не было больше месяца, но расслабиться надолго не получится. Впереди у спортсменки подготовка к первенству мира в Турции. Состязания пройдут уже в августе. Виктория Зеленская, Александр Шереметьев, телекомпания «Краснодар». На этом все. Подписывайтесь на социальные сети телеканала «Краснодар». С вами была Аня Камелик. Увидимся в эфире.